Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это демо новой игрушки Талос, Принцип Талоса. Вторая часть, которую я, в принципе, очень долго ждала. Совсем скоро она выходит. Возможно, когда выйдет это видео, игра уже выйдет. Вот. А пока что я хочу погонять в демку, вспомнить и заодно, в общем-то, может быть, этим видео как-то ознаменовать, скажем так, свое возвращение на YouTube, в игры, поскольку долгое время я отсутствовала. Были на то свои причины, свои дела, которые, ну, в общем-то, места для развлечений совсем не оставляли. Но теперь есть времечко, можно немножечко развлечься и, в принципе, можно, наверное, попробовать. Давайте начнем. Я еще ничего не смотрела. Как видите, это все у нас новая игра. Давайте и начнем. О чем теперь нам будет повествовать Принцип Талоса? Мы играли с вами в первую версию игры, в первую часть игры. Мы играли с вами в дополнение «Путь в Гиену». А теперь предлагает осторожно подготовленный экскурс «Талос Принцип 2». Не отражает игру в полной мере, чтобы уберечь повествование от спойлеров. Некоторые элементы сюжета головоломки были умышленно урезаны. Ну, посмотрим, насколько у нас получится разгадывать все эти головоломки, насколько моя голова еще работает и готова к головоломкам. Нет пророка в своем отечестве. Евангелие от Иоанна, 4 стих. «Я всегда считал, что спасти человека может только другой человек», — сказал Джеймс Болдуин. Не обязательно. Инициализация прошивки. Прошивка функционирует. Загрузка параметров автономной программы. Версия такая-то. Проверка системы пройдена. Инициализация банков памяти. Запуск автономного процесса. Готово. Так мы уже просыпались. Египетская сила. Мама мия, слушайте. Судя по всему... Behold, child. Узри, дитя. Ибо поднялся ты из пыли и оказался в моем саду. Услышь мой голос. И знай, что я твой друг. И имя мне Элохим. И... Так, очень хорошо. Замечательно. Вернемся к настройкам. Во-первых, прозрачность фона субтитров давайте сделаем прямо вот прозрачный. Мне очень не нравится, что там какой-то страшный фон. Полужирный тоже что-то как-то мы какие-то совсем жирные. Давай сделаем тонкий. Применим и вернемся назад. Так, ну что ж, Элохим. С тобой мы уже знакомы. Мне хочется посмотреть. Опять настройки. Насколько отображение цены тип просмотра от первого лица. От третьего лица. Хочу посмотреть на того, кем мы играем. Ну, в этом отношении сильно ничего не изменилось. Ой, как-то все у меня лагает. Левый shift для бега. Ну, это понятно. Так, ладно, давай смотреть. Как обычно, мы просыпаемся. Непонятно что, непонятно где. Разбудил нас Элохим. Бешено вращается мышь. Ну, ладно, это. В принципе, демка. Мы с вами посмотрим потом. А я буду вспоминать, о чем там у нас было. У нас было о том, что мы должны вообще для начала понять, зачем нас разбудили. Опять папаша что-то налажал, и мы должны исправить. Или еще в чем дело? Физика есть? Да.
Пойдем, первые воротца. Тедам. Вообще, конечно, лучше для игры и для того, чтобы не отвлекаться, нам играть от первого лица. Так, в принципе, я и делала. Вот. Почему от третьего лица, а не от второго? А куда делось второе лицо? Как мы перепрыгнули с первого на третье? Бешеная мышь. Вот, будем смотреть на свою тень. Давай смотреть в травку. Графику подтянули, насколько я вижу. Ну, все-таки на дворе уже 24-й год. Скоро. Совсем скоро. Деактиватор. Все как обычно. Деактиватор деактивирует. Да, нам. Я не помню. Вообще не помню, как играть в нее. Это у нас деактивирует деактиватор. Да. А, во. Окей. Дырочка. Мы приседать можем? Ой, же робот. Ой, кубики, все то же самое. Взять гексайдер. Да, пардон, это не кубик, это гексайдер. Так, и запрыгнуть в пробел. К вам сюда я не запрыгну. То, чтоб мне очень надо было сюда запрыгивать. Но мы постоянно запрыгивали куда-то туда, куда нормальные роботы не запрыгивали. Сначала вообще бы понять, куда. Так, ладно. Ага. Активировали. На самом деле будет очень печальненько, если это все те же загадки, все те же фиксайдеры. Ля-ля-ля. И все те же головоломки, потому что, ну, хватит уже. Достаточно было первого принципа Талоса, чтобы... больше не возвращаться к одинаковым загадкам. Не знаю. Че я бегаю? Почему я бегаю? Ну, потому что тут... Это место лишь сон. Ты пробудешь здесь совсем недолго. Скоро ты очнешься в новом мире. Сначала ты должен пройти испытание посвящения. Они помогут мне подготовить твой сосуд. Сосуд. Так, что-то надо сделать с тем, чтобы камера была плавнее, потому что это вот вращение. Сейчас я настрою, наверное. Покачивание. Ой, не надо покачивание, а то, ей-богу, стошнит. Вращение опоры для, тип просмотр. Так. Может, в управление? Раскладка, привязка. Вот, чувствительность. Вибрация. Ой, отстаньте со своей вибрацией.
Чувствительность камеры. Дай-ка мы чуть-чуть помедленнее сделаем, потому что... Мертвая зона левого джойстика, офигеть. Так, и вот эти вот все вот эти чувствительности, давай-ка вот так вот мы сделаем. Вот, применить, назад, продолжим. Только кошпаренная белка тут носишься. Все равно как-то очень странно. Do not be afraid. Не бойся этих образов и их посланий. Они аспекты самого тебя. Как и я, в какой-то мере. Я выкую инструменты, с помощью которых человечество восстановит себя и превратит мир в райский сад, каким он никогда не был. Кузнец. Кузнец. Раньше тут были высказывания каких-то знаменитых людей. Теперь нам пишут кузнецы. Ну, как папаша Элохим и сказал, это все сон. Тебе все снится, сынок. Нам куда-то туда надо, наверное, да? Так, игра распределитель. Ты можешь оставаться в моем саду, сколько пожелаешь. Но помни, тебя ждет новый мир, а это место лишь сон. Нам надо найти эти сигилы, чтобы открыть. Пошли искать. Вот это тоже надо найти. Мы еще пока ничего не нашли. Да-да-да-да-да, ворота. Во. Вот это задание. Итак, вот тут у нас есть два, по-моему, сигила они назывались. Да? Шпаренная белка. Тут ничего нету? Да подожди, там что-то есть. А как туда зайти? Или мы там уже были? Нет, мы тут не были. Не, не факт, что мне туда надо. Но... Давай, поставь себя в угол. Я помню, что были вот что и делало эту игру довольно симпатичной. Не просто собирать всякие пазлики, но и находить какие-то... вкусняшки. Необязательные загадочки, необязательные тайники и скрытые проходы. Да, вон показались сигилы, значит, желтые нам надо, красные собирать. Как же сюда попасть? Может, там просто вход с другой стороны? Вот отсюда. Бегом. Так, ну чё, пойдем сюда? Рукой подать. Ой. Ногой бы не зацепиться. Рукой-то подать. Так, кубики мы таскать не можем за эти стены. Ну, пошли. Да, я буду называть Гексайдер кубиком. Просто, я так понимаю. И вот мы его собрали. Да вообще... Фигуры, что ты собираешь, не просто игрушки. Это символы процесса, в ходе которого появился твой народ. Флажки какие-то дурацкие красные. Ну ладно. Дело в том, что, конечно,
Не для обзора и не на запись, а бегать и пытаться залезть туда, куда тебе не надо, я буду, наверное, всяко-разно. Не обязательно на запись. Ага. Так фиг залезешь. Окей, оставим это дело. Вот, поэтому как бы вот есть, да, вот одна задачка нам такая необязательная. Это пролезть сюда. То есть не зря тут сделана эта штука. Туда явно можно пролезть. Как? Не знаю. Посмотрим. Может, в процессе что-нибудь нам подскажет. Ограждение. Подожди, как-то это было. Я могу бросить его так, чтобы... Ага, фиг вам, да? Не дают его бросить. Пронести его отсюда, не пронести. Ну да ладно. Сначала надо понять, для чего нам все это. Куда нам все это? Залезть на коленочки к Осирису? А. Все ясно. Нам просто нужно еще ступенечка. Ну, пока что все это, конечно, детский сад. Не, ну можно залезть на коленочки к Осирису? Зачем? А что тут за щелочка? Ладно. Может быть, в демке и нету никаких таких особых секретиков. Я не знаю. Включила вот при вас. Так, ну еще один сигил. Пошли. Кубические шагы. Шагы кубические. А почему не гексотические? Это гексайдер. Будьте последовательны. Так, и... Well done, my child. Прекрасно, мое дитя, прекрасно. Well done. Так, слушай, ну мы собрали, смотри, синюю фигню. Синюю, а это говорит во мне дальтоник. Зеленую. Вот. И сюда мы можем ее сложить. Как это было-то? Да не так. Ирарам. Ага, и... Что у нас тут? А, здесь раздают желтые эти самые, оранжевые сигильчики. Так, соответственно, здесь наверняка уже как бы посложнее. Все-таки как было зайти в эту комнату-то?
Все перечеркнуто, тут мы все нашли. Ладно, давай мы пойдем найдем где-нибудь еще. А, так оно и все, да? Ну да, видишь, сюда мы зашли, прочитали, а там закрыто, понимаешь? Как же так-то? Как же так? Не-не-не, сюда явно можно зайти. Сюда нужен кубик. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, подожди, сейчас. Сейчас мы сломаем игру, застрянем в текстурах. И на этом наш обзор закончится. Ну, а может, здесь и нет ничего. Ладно. Вот, направимся дальше. Но пока что печаль, тоска, печаль, тоска. Что ж так все? Ветреный день. Ага, здесь будут, очевидно, эти... Там были пропеллеры еще, которые... Ветродуйчики. Вот они, их надо... поставить, чтобы они вращались. Ну, я не знаю, может быть, конечно, эта игра предназначена для того, чтобы для тех, кто никогда еще не играл в принцип Талоса. Ой! Подожди. А. Тоже есть интеллект? Хорошо. Нам надо туда выше. Для этого... А-а-а. Есть другая идея. Есть другая идея. Сейчас, подожди. Значит, мы это делаем так. Мы это ставим сюда. Это берем в руки. Прыгаем на кубик. О-о-о. Ляпота. А, нам, конечно, это не надо, но мы можем посмотреть сверху. Вот. На самом деле нам надо совсем не то. Нам вот это. Very good. Превосходно. Превосходно. Ну, за ограду я вряд ли допрыгну, даже если я кубик сюда каким-то образом притащу. Окей. Пойдем дальше. Ой. В какую сторону? Нигде ничего не спрятано. Статическое давление. Ой, ножка затекла. Хитренький, нельзя взять гексайдер, чтобы... А, да? И, казалось бы, возьми его, ты возьми, положи сюда какой-нибудь камешек. Камешек ты сюда не положишь. Все камешки спрятаны. Здесь нам это не понадобится. Так. Нам надо туда. А,
Это вот как раз тот случай, когда нам нужно подниматься на кубики, да? Тот случай или не тот? Вот. Та-дам! Все равно какая-то бешеная чувствительность мыши. Ну да ладно. Посмотрим, как оно будет в релизной версии. Будут ли там побольше, будут ли побольше настройки всякие разные. Так, ну что, Круатим? А, нас тут сдувает. Да, радуй. Это мы куда летим? Ага. Че, полетели? Я, правда, не знаю, что мы сейчас выключим. Ага, выключили мы, очевидно. Что мы выключили? А, мы включили. Мы, наоборот, включили. Включили мы этот вот вентилятор, и он нам выдал сюда этот кубик. Ладно. Не, подожди. Так, так, ну чё, давай прикроем, что ли, этот луч. Отключили, тучку взяли. Красота. Так, и последнее. Ага, глюки начинаются. Да, глюки. Мне вот интересно, это... Я надеюсь, что это кусочек тряпочки, а не что-нибудь другое. Выглядит очень странно. Так. Ага. Универсальное устройство. Вообще-то это был как-то по-другому. Деактиватор. Вот. А, универсальное устройство называется вот это. Так, это деактиватор деактивировал вот эту стену. Но деактиватор, конечно, хорош. Давай ты будешь вот так. Подожди, а что ты не достаешь до стены отсюда? Так, так. О! Да что ж. Однобоко так действуешь. Так, короче, это какой-то лабиринт. Есть что-нибудь? Странного вида камни и наши ноги. Так, ладно. А этот закуток зачем? Я уже заблудилась. Да ладно, не заблудилась. Вру. Так, где активатор? Отсюда надо, значит, как-то вытащить. Окей, давай искать, как тебя отсюда вытаскивать. Нужен какой-нибудь кубик. А куда нам вообще надо? А, сюда. Дует. 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 Где мы ее отключаем, эту сдувалку? А нигде не отключаем. Вот она дует, и все.
А. Окей. Нифига не окей. Было же, я помню, что можно было взять его. А, все равно здесь оказываешься, да? Да нет. Хотела сказать, я вспомнила, как это делается. Нифига я не вспомнила. Мне нужен... Подожди, а кубик? А кубика тут вообще и нету. Ну, давай взять. Нет. А чтобы сюда-то перебраться. Я могу деактивировать... А, о, могу отсюда деактивировать. Не надо. Да. Иди сюда. Вот. И ветродув. Я могу... Во-во-во-во. Просто деактивировать, и все. Без всяких проводов. Понятно. Excellent. Великолепно. Подожди, а что великолепно? Ты меня что сейчас открыл? А. У меня открыл срез короткий. Слушай, Элохим, можешь еще один срез открыть? Интересно, куда-нибудь забраться вне стен этого лабиринта? Ну, наверное, нет. Не в этот раз. Итак, excellent. Мы набрали желтых. Ильчиков. А вот тут еще какая-то надпись, да? Я же ее не видела. Мир полон безграничной красоты, и я хочу увидеть как можно больше, сказал Эд. Так-то вот, пожалуйста, столько раз бегала, во все углы заглядывала, а тут вот прям и не увидела. Ладно. Ворота с желтым сигилом. Это желтым? Это с каким? Это с красным. Больше никаких умных письменов нету. Так, давай это. Что у нас тут? Трын-тын-тын. Я, кстати, так не люблю Тетрис. Кто бы только знал. Я горжусь всеми своими детьми. На руинах разрушенного мира они построили новый Иерусалим. Там ждут тебя твои братья и сестры, чтобы отпраздновать твое рождение. Это ли не повод? Вот так вот. Еще должен заслужить свое день рождения. Бегай тут, собирай все эти сигильчики. Опять какая-то дырочка. Опять... Ой, господи, нет, надо еще убирать будет чувствительность. Так, ну я так понимаю, что здесь будут такие, как бы, самые сложные основные связи. Ну, на самом деле, неплохо для того, чтобы вообще вспомнить, что было, о чем было, и вспоминается, в принципе, довольно быстренько. Вот эти все загадочки, связанные с открытием ворот, с преломлением лучей.
Ну да. Короче, надо вот эту раз включить, да, штуку. Давай. Как тебя назвали? Реломатор. Слушай, а я достану? Наверное, достану. Коннектор. Коннектор. У меня даже в Steam значочек есть такой. Коннектор. Сейчас попробуем сконнектить. Та-та-та. Не знаю, стоит ли мне дальше проходить на запись все эти загадки, но как бы хочется уже дойти до какого-то логического конца, чем все это у нас закончится. Призматические чего? Догматы? Призматы? Так, это источник, это открывает эту дверь. Это открывает эту дверь. Сигил у нас открывается этой штукой. Это призма. На призму нам нужен свет. А зачем нам эта дверь? А, да, нам эта дверь нужна. Подожди. Если... А, ну да. Вот. Опять я не туда пошла. Кто так строит вообще? А, подожди. Чуть-чуть надо подвинуть. Ускорение. Та-дам. Та-дам. Тоже где-то короткий срез открылся, да? Он был тут. Кстати, когда открывают короткие срезы, иногда да, можно что-то интересное найти в том месте. Опять же, наверное, в демке это не тот случай. Так, здесь мы были, здесь мы были. Умных изречений нигде не написано в кустах. Зачем же прятать умные изречения? Они на то и умные, чтобы их не прятать. Или эти писавшие были такие скромняги? Разрушительные помехи. Уже два цвета. И красненький, и синенький. Нам сюда. Короче, надо сделать немножечко синенького и немножечко красненького. И так, чтобы оно... А.
оно... Подожди, а это куда? А, там еще коннектор. А нам еще нужен, да? Нам одного не хватит? Вернее, двух. Не хватит? Очевидно, что лучи пересекутся, да? Если бы можно было дальше отойти. Но нет, хитро-хитро. Сделано хитро. Куда бы мы ни отходили, они все равно пересекутся. Тогда понятно, тогда ясно, тогда нужен третий. Сохранить связи и... Вот. Варий котелок, хочется крикнуть самой себе. Варий котелок. Ладно, давай бросим, придется поменять. Итак, выбрать. Выбрать. Тебя выбрать. Вот так вот. Все. И все, два сигиля. И золотой ключик наш. Цвета, две двери и много всяких водных преград. Тут у нас что? А, нам сюда. В конечном итоге, да? Ну, опять синенький, красненький. Что еще есть? Есть еще? О, кубик есть. О, как интересно. Что у нас открывает эту дверь? Подожди, подожди, у меня уже голова кружится. Так, ага. Еще штучка. Я уже не ищу никаких письменов. А, я знаю, зачем кубик. Это для того, чтобы поставить повыше вот этот коннектор, чтобы он не перекрашивался. Да-да-да-да-да, вот именно так, чтобы он не перекрашивался. Тебя, очевидно, придется ставить где-то, да, спокойно, здесь. Где кубик? Где? Давай, ты же видишь там. Надо бросать. Надо выбрать.
присоединить. А почему у нас там это чпунь-чпынь? Все-таки мы где-то что-то перекрещиваем, да? Значит, надо ставить ближе, чтобы было выше. Что не так? Не хватает высоты? Ну, это наглое вранье. Он гораздо выше идет. Искать, куда поставить кубик так, чтобы он, выше стоял. Поставь его куда-нибудь. Да. Может быть, конечно, все наоборот. Может быть, нам красное надо поставить на кубик. Скорее всего. Да. О! Отдай мне палочку. Здесь ничего нет умного. Нет. Пойдем. А что ты? Паши Лохим нам не говорит, ты молодец, ты сделал все хорошо. А где выход? Да. Так, и последнее. Восхождение ждет. Подождет. Да, подожди, прыгнуть. А. Восхождение подождет. Так. Вот такая красота. Могли бы мы, между прочим, подлететь на этом кубике, но опять же, откуда там можно прыгнуть, вернее, куда? Не вижу на самом деле. Не вижу цели. Дай. Thank you, child. Благодарю тебя, дитя. Я закончил подготовку твоего сосуда. А теперь послушай мой совет. Тебя ждет новый мир, полный опасности и загадок, знаков и чудес. Вещей, которые я в своем саду не могу и представить. В этом мире тебе придется быть осторожным, умным и любознательным.
But above all else, но главное, тебе придется быть человеком. Human. Где? Ладно. То есть до этого были не загадки. Ну что ж, это радует, потому что это правда не загадки. Это такое себе... Опять долбанный Тетрис. Да, вот так и оставим. Ну еще, пойдем становиться человеком. Уже вроде как... А, во, еще. Еще умники. Пойди в свет, дитя. И пробудись. Что бы ни случилось, мы вместе. Лилит. Хе-хе, Лилит нам пишет. А вот Лилит мы уже помним. Не помните? Вот, раз не помните, смотрите мое прохождение. На канале есть плейлист Талос, принцип Талоса, полностью полный, полнейший, прям наижирнейший. Все, все загадки, все тайны, все. Вот, и путь к Гиену. То же самое, полнейший, переполнейший. Ну что, полезли в дудку? Нули, единички, давай, алло. Тяжела-то шапка Мономаха. Чего ж так долго-то? Включение, проверка батареи. You're awake. А, ты проснулся? Welcome to the world of the Добро пожаловать на этот свет. Чё так лагает? У вас так всегда лагает? Здесь нету этой фразы. Что происходит? Я живой. Привет! You're polite. What a rare combination. Какой вежливый, очень редкая комбинация качеств. А если бы алгоритм чаще производил таких, как ты? Ну ладно, я только... Да, не переживай, все поначалу в замешательстве. Мы все начинаем без исчерпывающей информации о наших... Дело в том, что все-таки фончик придется сделать. Журнал, что за журнал? Подожди, журнал. Вот, придется фончик делать, потому что не видно. А что-то как-то такое все мыло-мыло. Подсказку? Ну, давай подсказку. Of course. Конечно. You want the short version or the Тебе long version? Длинную версию или короткую? Ой, давай короткую. All right, let's see. Ладно, так. You are a human being. Ты человеческое существо. Ты живешь на планете под названием Земля. Твои прародители были органической формы жизни. Ну, вымерли от чумы. Мы были созданы, чтобы нести их наследие. Выйдя из симуляции, создавшей ее разум, Зодчия основала Новый Иерусалим и поставила цель создать 1000 новых людей. That took a long time. На это много времени ушло, около тысячелетия, плюс-минус. В это время, к сожалению, она решила уйти в изгнание. Но вот, наконец, ты прибыл. Номер 33. Спасибо, Найт. Всегда пожалуйста. Если есть вопросы, не тушуйся, спрашивай. Как закончишь, ступай наружу. Тебя там ждут. Твое рождение – то еще событие. О себе, Зодчия, постой, так я бессмертен. Конечно, ты железка. Железка ты, а не человек. Кто такой Элохим? Элохим — это папаша. Давай, пойдем. Друзья, ну, я не знаю, хотите, не хотите. Времечко просто уже поджимает, пошли. А, еще кое-что. Как и у всех граждан Нового Иерусалима, у тебя есть доступ к интерфейсу, где можно читать новости, общаться со гражданами и так далее. Инструмент крайне важный и гибкий. Новые функции добавить легко. Только не подписывайся на все рассылки сразу, завалят. Да-да, я помню, у нас был этот самый чат. Открыть КПП? КПК.
Поговорить с Нейт. 33. Можно я пойду? Где мы вообще? Под водой? Фонарик есть у вас тут? Подожди, так мы вообще в воде, что ли? Или это просто отражения такие? Это все очень странно у вас тут как-то сделано. Нейт. Ну где там этот ваш КПП? Do you have any more questions? У тебя остались вопросы? Где кнопка? Что случилось с Зочи? Давай спросим. Меня это интересует больше всего. Никто толком не знает. Поначалу она была тесно связана со всем, что происходило в городе. Но потом постепенно стала все больше отдаляться от дел, пока однажды попросту не исчезла. Столетия назад. Прям как я с Ютуба. Так. Будут ли Боба? Ну все, давай, пока. Журнал, очевидно, это нужно диалоги посмотреть. Пойдем. А там почему красная? А я туда хочу. Ой. Сюда нельзя. Новый Иерусалим, новый мир. Для железок что написано? Вы Could and we should. Да. Давай, вперед. Ура! Привет, ребята! Look, it's 1K. Смотрите, 1К. Я 1К. Hey, 1K. Привет, 1К. Добро пожаловать в Новый Иерусалим. А мэру не пора ли произнести речь? Я весь внимание. Хоть шанс-то ему дайте. Дорогие граждане Нового Иерусалима, много лет назад, когда Зодчия вышла из симуляции, это место лежало в руинах. Наши прародители в своем высокомерии подорвали природные основы, на которых был построен их мир. Из-за их надменности наш вид оказался на пороге вымирания. Зодчия хотела направить нас по новому курсу. Зодчия в глаза не видел. Она представляла город, новую цивилизацию, основу, осознавшую рамки дозволенного. Люди не должны повторять ошибки прошлого, не должны насаждать свою волю на всей земле. Для этого Зодчия и установила цель, к которой мы стремимся. 1000 новых людей. И сегодня мы наконец... Ой, что это? Что это? Это вирус. Это вирус. Да ладно. Это папаша Елохи. Пролетей, жители Нового Иерусалима. Имя мне пролетей. Пролетей. Время пробудилось, оно призывает вас. Кто из вас достаточно храбр, чтобы ответить на зов? Мы будем ждать на нашем острове, где... Пусть ты проклята, Пандора, тебе не сдавать меня вновь.
этот электронный мир. Пролог. О, дивный новый мир. Ай. Это я сюда зашло. I told you we should have investigated those. Я же говорил тебе, что нужно было проанализировать. Я ему говорил, что с теми сооружениями что-то не так. Мэр просто соблюдает осторожность. Это не осторожность, это стагнация. Исследование слишком опасно, экспансия слишком опасна. Мы даже ресурсы почти перестали собирать. Это называешь стагнацией, я называю гармонией. Ой. Как тебе такая идея? Постараюсь быть чуть вежливее, когда будешь с мэром говорить. Видишь, 1К, с кем мне приходится общаться? В этой экспедиции мне понадобится человек со свежим взглядом. Тот, кто не выслушал сотни лет пропаганду о цели, зодчи и прочей чепухе. Если жаждешь приключений, приходи к нам в переговорный зал. Да, воротим. Вот вы наворотили. Я уж думал, опять будет Египет и прочая всякая фигня, но, очевидно, это было только для того, чтобы усилить эффект. Я тут могу ходить? Нет, я ходить не могу. Перейти на инструктаж. Прийти. Йосиф. Привет, Йосиф. Ты должен инструктаж проходить. Что следуй, помни о цели, совершенство не меняется. Слушай, интересно. Интересно, друзья мои, но... А меня обратно не пустите. Вот, я думаю, что... What's broken now? А теперь что не так? Каюк, мы... Мы продолжим с вами, наверное, уже в полной версии. Вот, я для себя погоняю в демку, чтобы понять, чего тут, как тут. Если что-нибудь будет жутко-жутко интересное, ну тогда я смонтирую это видео и пристегну сюда продолжение. А если нет, то ждем прохождение полной версии, потому что я 100% я очень люблю Талоса, принцип Талоса. И, в общем-то, так или иначе, играть эту игрушку я буду. Вот, а с вами я прощаюсь. Огромнейшее спасибо всем, кто эту серию, кто этот первый взгляд посмотрел. Всего вам хорошего и пока. Пока-пока.